Привитоса, амигос. О том, что улитки делают корабли, знали все и уже довольно давно. Поэтому, по логике, новость на главном сайте ни для кого сенсацией и неожиданностью стать не должна была. Однако, 4 скриншота, 2 картинки и 2-минутный ролик уже стали поводом для десятков аналитических видосов от водомесов, ну и одного стрима, естественно, со сбором доната с крестьян, от сами знаете кого, куда же без этого. А все дело в том, что в новости говорилось, что в игре, скорее всего, не будет больших кораблей. Мол, топовые линкоры слишком огромные, неповоротливые, карт в игре для них нет. К тому же в новости написано, что классические сражения крупных кораблей — это состязания в терпении и планировании. Бои длятся от нескольких часов до нескольких дней. Ну, печальная история гордости британского флота в данном случае выступает исключением из правила. То есть получается, что неповоротливый, но живучий линкор — это неинтересно, а Маус, который тошнит по Курской дуге через поле 15 минут, чтобы уйти в ангар с 2 кумулятивов, это зашибись, это апогей бодрости и офигенности геймплея. Уже по реакции игроков очевидно, что большинство и ждало флот за тем, чтобы играть на какой-то технике, которая не уходит в ангар с ваншота, а интересно друг другу крошить прям эти здоровые корабли с этой вашей детальной камерой, которая показывает, куда попал снаряд и что он поломал внутри. Ломать друг другу орудия, ломать друг другу двигатели, ломать друг другу важные узлы. Причем, если разработчика линкора не устроили своей живучестью, то крейсеры, оказывается, наоборот, валить друг друга будут с одного залпа. Вот от кого, от War Thunder про ваншотность какой-либо техники слышать вообще странно, потому что у вас танки в боях только этим и занимаются, что друг другу раздают ваншоты с вертушки. И при этом мне кажется, что живучесть у корабля все-таки повыше, чем у танка. Его так просто не сваншотить. У него экипаж не 4 человека, у него боеукладка там не сложена в одном месте. На форуме, где разработчики дали более развернутый комментарий по этому вопросу, описана такая ситуация, что корабль, получивший попадание, будет медленно тонуть, а игроку останется лишь наблюдать долгую гибель своего корабля. А это уже довольно странно слышать от разработчиков игры, которую позиционируют чуть ли не как симулятор. Между прочим, у нас под Питером разорванный напополам практически линкор «Марат», наполовину затопленный, из оставшихся орудийных башен помогал блокаду прорывать. То есть, пока над водой торчит башня и есть экипаж, который может ее обслуживать и из нее стрелять, корабль способен вести бой. А вы говорите, долгие минуты наблюдать, как корабль тонет. Я вот, честно говоря, уже не понимаю, они хотят отдельную игру про корабли сделать или просто в War Thunder добавить пару лодок, чтобы у них в одном бою были и танки, и самолеты, и еще кораблики какие-нибудь. Вот для этого действительно линкоры, скорее всего, не подойдут. Также в этом посте разработчики задаются вопросом, а как опыт начислять, а как фраги засчитывать? Блин, кто тут игры делает, игроки или вы? Вы вообще понимаете, что подобными комментариями вы выставляете на показ свою какую-то беспомощность? Такое чувство, что между строк написано, что мы не знаем, как сделать геймплей для этих кораблей, мы вот не придумали, поэтому их не будет. Зачем сходу отказываться от самых зрелищных и крутых кораблей? Почему хотя бы не поэкспериментировать для начала? Ведь можно реализовать линкоры в игре, даже не вводя ветку их прокачки. А сделать, например, как в аркадных боях, что игрок, настрелявший 3 фрага, может сесть на бомбардировщик. Также и в морских игрок, доказавший свою эффективность, может призвать там в бой, например, линкор «Бисмарк». При этом он будет его капитаном и управлять одной из башен. Оставшиеся орудия отдать под контроль другим игрокам, у которых эффективность будет чуть похуже. Капитан управляет кораблем, стреляет из одной башни и помечает цели, по которым, ну, теоретически должны стрелять его остальные, скажем так, пассажиры. Ограничить максимальное число линкоров на команду 2. С одной стороны Бисмарк и Тирпиц, с другой, например, там, не знаю, Ямато и Мусаси. И, собственно, вот бой линкоров и станет апогеем, так сказать, морского сражения. Причем линкоры в бои будут призываться разные в зависимости от левела сражения, да, максимального. То есть не каждый раз там против каких-нибудь канонерок будет Бисмарк выходить. Также люди, набившие меньше фрагов, смогут входить в бой на бомбардировщиках, только не по одному, а сразу там звеньями по 3, например, чтобы совершать там групповые налеты какие-то. И это все только первая механика, которая приходит в голову. А если посидеть и коллективно подумать, можно и чего получше сочинить. Что касается лично моего мнения, то половину интереса к улиточным кораблям я потерял сразу, как только узнал, что флот будет не парусный. То есть на 1 апреля вот клевые кораблики были, а игра про флот Второй мировой войны уже и так как бы есть. Ну а сейчас, когда выяснилось, что игра будет World of Катера, то и вторая половина интереса к проекту отвалилась.
Но тем не менее, хайпа на пустом месте слишком много. Дайте разработчикам хотя бы на стадию ZBT проект вывести, чтобы продемонстрировать игрокам, что именно они придумали. А там уже видно будет, интересная игра, неинтересная, играть, не играть, что покупать, что не покупать и так далее и тому подобное. Пока что все гадания на этот счет, что вилами по кофейной гуще. В общем, пишите в комментах, какой бы вы хотели видеть игру про улиточный флот, ну и вообще в принципе, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите.